Выбили из кубка, но и это реальность. То, что гол пропустили после стандарта, который не был, мы сейчас посмотрели, там чисто. Фомин чисто сыграл с мячом, если кто-то нарушил эту игру противника, который опоздал и хотел дойти до мяча, но он уже опаздывал. И там контакт был после этого, как Фомин выбил мяч. Что сказать по игре? Считаю, что тоже не заслужили. У нас тоже были моменты, если... Да, Енисей первые 15 минут и в течение всего игры, когда владел мячом, он его катал поперек и назад, но каких-то там серьезных подходов к нашими воротам, ну, там что-то не помню, что было. А мы все равно создали, считай, там, хотя 5-6 очень опасных моментов и не забили гол. Там еще были хорошие контратаки первый тайм, где нужно было лучше распорядиться с мячом, чтобы на площадке. Вопрос, пожалуйста. Горан, мы привыкли обычно, что Тюмень играет первым номером дома, да, и сама атакует, а здесь Енисей, да, играл первым номером. Это было осознанно то, что вы мяч отдали, или так получилось по игре? Посмотрите, любая команда, которая так начнет катать поперек поля, она будет играть первым номером. Но если вы считаете, что это первый номер, когда они катают поперек и назад. Первым номером, что значит первым номером, когда ты около штрафной, они заходят все время. А вот эту игру, многие так команды, и это называется инактивное владение мячом, то есть без цели, то есть около. Ну, кому-то это нравится, конечно, но если нет обострения, это... Но с другой стороны, мы вышли перед тем, что Яковлев все равно не может попрессинговать, ему уже сложно, уже более игрок, если бы мы были штрафной, который бы завершал головой, ему пришлось много бегать, он где-то там не успевал. Еще, скажем, перед 15 минут это было видно, что наши края, крайние защитники Шабат и Мельников, они низко садились, а потом они там кричали, они поднимались, и потом это перехваты были и пошли. У нас было несколько контратак перед тем. В целом, еще раз повторюсь, владение мячом это... Я всегда говорил, я люблю, чтобы противник владел 60, а не 40. Если ты владеешь там 20, это очень сложно, 20-23%, но если ты владеешь 40, это как раз то, что и дает результат. Владеть мячом можно, кто владеет мячом, он обычно это играет пас среди паса. Я тоже люблю владеть мячом, но все равно люблю двигаться к воротам. Еще вопрос. Гор, мы сегодня дали шанс показать себя многим молодым футболистам. Скажите, кто на вас произвел самое яркое впечатление? Но первый тайм скажу, что края Шабат Логова сыграл хорошо. Скорость показал тоже Мельников. Когда набирает, тоже может быть очень удобный. Проблемы чуть-чуть, когда он стоит с мячом, когда надо быстрее играть пас. Но те остальные, в принципе, они плюс-минус они играют все время. Карпов. Еще раз повторюсь, Яковлев, он более игрок, когда мы бы были в штрафной площади, когда противник стоит в штрафной площади, и когда много навесов. Видели, было несколько раз очень хорошие подходы, где надо было где-то остановиться, более там и Шабат, когда Логово, когда простреливал. То есть надо более спокойно было относиться к этим ситуациям, и, наверное, бы уже мы первый тайм могли где-то там и забить. Но у него еще на той игре проблема со спиной, перерыв я его поменял. У него же там, ну ничего серьезного, надо просто сделать паузу. Это у него старая еще проблема, которая его, он все равно, есть проблемы у него там хронические со спиной, надо сделать паузу и нормально все будет. А тот факт, что в Кубке России нет лимита молодых игроков, как-то повлиял на выбор вашего стартового состава? Ну посмотрите, мы заротировали сегодня состав, мы играем пятницу со Звездой Перми. И посчитали, что в любом случае надо дать шанс и другим футболистам, а и нашим некоторым футболистам дать отдохнуть, передохнуть чуть-чуть. Докучаев последнюю игру первый раз играл 90 минут. Бем играет все время. Но Карпу вышел один молодой. Но у нас там еще есть на подходе несколько молодых тоже игроков, но пока все равно
состав, который будет играть до конца сезона, ну, видите, выходит человек и получает какие-то минуты и играет, и показывает, что он может или не может, то есть. Но на данный момент говорим то, что есть сейчас. Еще раз доволен первым таймом, как некоторые игроки сыграли, и которые играли сейчас. Значит, например, Логу, который первая игра за него была. Видно, что скорость есть. И очень хорошо, когда фланги быстрые. То есть видели. Это было видно. А что насчет Граба? Он получит шанс еще поиграть? Вроде вот неплохо же стоял-то. Ну, в принципе, у него сегодня не было много работы. То есть, но гол со стандарта пропустили. Еще раз повторюсь, мы посмотрели, стандарта не было, нарушения там не было, там все было чисто. К сожалению, судьи молодые, мы очень часто сталкиваемся с этим проблемой, с этой проблемой. Я сразу, понятно, что когда под давлением, иногда можешь ошибиться, но если посмотреть, там нарушений не было. Все было чисто. И Граб на самом деле по этой ситуации пробили его угол левой ногой. Но надо посмотреть гол, чтобы что-то говорить. А так, а то, что было, он сыграл то, что, скажем, нормально. Константин. Вот в первых матчах были нарекания к обороне, да, Тюмень очень много пропускала. Сегодня, в принципе, ничего не позволили, да, создать Енисею, вот, кроме этого стандарта, по большому счету. Значит ли, что оборона уже сыгралась, и вот как думаете? Ну, они сыгрываются, и некоторые вещи они уже там не понимают, но на самом деле... Вы сами знаете, этот процесс, он такой непростой, и нужно время, они уже что-то там где-то и правильно начинают уже делать и так далее. Конечно, не без ошибок, но на самом деле получше выглядит. Не надо расслабляться, надо дальше работать. Конечно, обидно, мы хотели здесь привести одного из грандов наших. Мы же понимаем, что ФК Тюмень и город был бы большой праздник. Не ожидали бы, я не знаю, что-то после этого, но привезти здесь на полный стадион. Вы посмотрели сегодня, когда вот этих 2000 настоящих болельщиков, сколько сегодня было? Ну, 2300 было. Вы видели, когда они, значит, ну, очень важно, когда, я еще раз повторюсь, хорошие болельщики. Тюмень отличается там, могу подчеркнуть это, даже вот эти 2300, когда начинают болеть за команду, это очень приятно. И вы видели, иногда футболисты сами... Кто-то рассказал, когда давным-давно я с этим закончил, Ливерпуль выиграл после 3-0, проигрывал Милану в финале Лиги Чемпионов. И когда они зашли в перерыв в раздевалку, вы помните вот эту игру, 3-3 было. Да, и Ливерпуль выиграл Лигу Чемпионов. И когда они зашли в раздевалку, они горели 3-0, проигрывали 3-0. И когда они были в раздевалке, что случилось? Что так? Они когда зашли в раздевалку, они слышали, как болельщики поют. Хотя они говорят 3-0. Ну, там, наверное, они же говорят, сами же игроки сказали, а что нам еще делать? Надо идти выйти и играть просто за них. На самом деле, болельщики это то, что нужно вот этому стадиону. И хотелось еще раз подчеркнуть, видеть снова 10 тысяч. Но, к сожалению, не получилось, обидно, но я пацанам не имею никаких претензий. Гора, ну, извините, может сложиться мнение просто такое, если бы вы прям хотели бы привести Гранда, ну, выпустили бы несколько еще игроков в стартовый состав из тех, кто остался на скамейке запасных, или я ошибаюсь? Посмотрите, значит, я вам сейчас скажу, как я думаю. Значит, вы сами знали, что могло прийти дополнительное время. Очень легко. Даже пенальти вчера делали, там, тренировали. У нас, мы играли пятницу, сегодня... Игра, и Перм не хотел согласиться играть 6-го, а 7-го, а 6-го. То есть мы после этой игры, нам надо ехать в Перм и там сыграть. Те игроки, которые играют, постоянно уже 7 туров, все равно передышка какая-то некоторым нужна, учитывая, если бы они сегодня еще играли, и Фомин, и вся оборона, и я не знаю, те, которые играли, и не дай бог, были бы дополнительное время. А так... Я уже планировал, там сыграют, потом выпущу несколько игроков. Конечно, я считал, что будет 5 замен, но регламент сказал 4, может. Это чуть-чуть усложнило проблему. Хотелось выпустить свежих игроков, хотя 2 на перерывы и сразу еще 2 их.
что делать, план всегда не срабатывает. К сожалению, не продолжаем играть дальше в кубке.